Сотрудники Люберецкой администрации совершили очередной велосипедный объезд территории муниципалитета. Оценили качество работы дорожных служб, управляющих компаний и объектов торговли. В зону внимания попали дворы, детские площадки и пешеходные зоны в поселке Октябрьский. В первую очередь участники рейда уделили внимание содержанию дворовых территорий и внутриквартальных дорог. Некоторые дороги покрыты плитами, которые давно износились. Много ям. На Первомайской улице обновлена дорожная разметка, а во дворах укладывают новый бордюрный камень. На качество уборки придомовой территории жалоб мало. Дворники подметают улицу и собирают мусор каждое утро. Зато много вопросов к содержанию газонов. Мы сюда ехали, прям глаз радуется. Пятиметровая зона окошенная такая. Здесь давайте так же сделаем. Стоянку маршрутов 943 и 1223К взяли на контроль. Кроме бурьяна и наваленного на обочинах мусора, общественный транспорт припаркован с нарушениями. Большое внимание детским и спортивным площадкам. У 7-го дома по улице 60 лет Победы двор ухоженный. Просторный игровой комплекс, есть тренажеры. Но в песочнице нет песка, а на территории спортивного ядра повреждено резиновое покрытие и сломано баскетбольное кольцо. То есть все эти замечания отрабатываются, держатся на контроле, и такие проблемы решаются очень оперативно. Но есть задачи, скажем так, по дополнительному благоустройству. На следующий год в некоторых дворах определены места благоустройства. Это замена детских игровых комплексов, комплексная и дополнительная асфальтировка. Тротуар планируют сделать на Первомайской улице. Пока пешеходная зона больше напоминает народную тропу. Ремонт дорожного покрытия ожидается и в микрорайоне Западный. Здесь уже подготовлена площадка для установки детского спортивно-игрового комплекса. Следующий рейд по содержанию территорий будет сформирован также по наибольшему количеству обращений жителей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.